За прошедшие сутки в Словению прибыли более 3000 нелегальных мигрантов. Их поток за последнее время резко вырос из-за того, что власти Венгрии решили ужесточить контроль на границе с Хорватией. Прибывающих переселенцев регистрируют в приемных пунктах, созданных вдоль границы. Число зарегистрированных в сутки не превышает 1500 человек. Именно столько готова принять Австрия. Следующая остановка на пути большинства мигрантов в Германию. Госсекретарь МВД Словении Бойстьян Сефик в этой связи на пресс-конференции заявил: «Мы можем принять только тех беженцев, которые продолжат свое путешествие дальше. Иначе за очень короткий отрезок времени, может быть, дней за 10, число мигрантов на территории Словении составит 35 тысяч. А это для нас неприемлемо». По данным МВД Хорватии, через территорию страны прошли уже более 185 тысяч человек. Вслед за Словенией введение квот на ежедневное пересечение границы ввела и Хорватия. В ночь на субботу Венгрия закрыла свою границу с Хорватией. Словения сразу же почувствовала на себе тяжелые последствия миграционного кризиса. Сейчас основная тяжесть лежит на Сербии.